22 декабря – особый день для Почты России. Ровно 153 года назад была введена в обращение первая марка Российской империи. Сегодня марка занимает значительную часть в жизни почтовой отрасли. Не только марка является способом оплаты, марка является также и предметом для коллекционирования, потому что очень много филателистов, которые посвящают этому делу всю свою жизнь. Даже если посмотреть в информационных источниках, стоимость одной марки может достигать до 30 миллионов долларов. Собрать свою коллекцию марок может каждый. Достаточно подать заявление в отделение Почты России. На данный момент Рязанская область насчитывает около 60 зарегистрированных филателистов. Также мы предоставляем годовые абонементы по обслуживанию филателистов. Что это значит? Что можно прийти, зарегистрироваться в отделении почтовой связи города Рязани, Касимова, Скопина и Сасова и оформить годовой абонемент. В соответствии с этим годовым абонементом можно получать все выпускаемые интересные марки. Тройка коней в расцветке российского триколора. Так выглядит последняя выпущенная марка, посвященная предстоящему Новому году. Она является олицетворением широты и размаха русской души.